Вы на канале Наталья Соболев, Израиль. Мы с вами находимся в Израиле, в Иерусалиме, на старой железнодорожной станции. Сейчас здесь место отдыха, торговый центр, где можно посетить ресторан, кафе, послушать музыку, покушать и, конечно, купить себе сувенир на память. Любое пирожное на выбор. Посмотрите, есть шоколадное за 15, есть с кремом, взбитые сливки по 10 шекелей. Выбирай любое на свой вкус. А вот мы подходим к магазину сувениров. Здесь может каждый выбрать себе подарок на память. Украшают дома вот такими игрушками. Керамика. Глазик. Разрешили сфотографировать. Представляете, здесь все, каждая вещь в единственном экземпляре. Это такой специфический магазин керамики. Вот и лампа Аладдина. Раз разрешили фотографировать, я могу и прокомментировать теперь. Смотрите, какие красивые кувшинчики тут. И вот оно еще богатство такое красивое. Это все камешками инкрустировано. Видите, как тут и лягушечка, тут и всякие эти. Очень красивые. Так, пиль, я вот посмотрю, какой большой. Смотрите, он тоже весь из камней. Это лавка сувениров, где может каждый приобрести себе и привезти из Иерусалима сувенир. Вот в таких лавках можно купить себе слоника, коллекцию заполнить. Какая красивая здесь собрана
коллекция. Обалдеть, обалдеть. Здесь кольца. Слегка, слегка. Я выхожу из этого магазина, я купила два слоника, покажу дома. А здесь я хочу показать еще две тарелки, очень красивые. Видите, какая красота. Сейчас я узнаю, сколько стоят тарелки эти. Это обалдеть. Тарелки очень красивые. Здесь еще одна тарелочка есть. Вот такая. Спасибо вам всем за внимание. Оставайтесь на моем канале Соболев Наталья, Израиль. Моя коллекция слоников пополняется. И эти слоники я купила здесь. Это слоники и шкатулочка. Они открываются. Видите, какая красота.